Я не верил в брак очень сильно. И когда я ему сказал, он говорит, ты понимаешь, что ты трус? Я никогда в жизни не был трусом. Я всегда шел первый куда-то, или бой обязательно, дичь, сломя голову все. А здесь он говорит, да ты трус. Ты можешь каждую секунду раз и свалить от нее. Ты за нее готов отвечать? Ты готов, чтобы у тебя появились дети, которые ты будешь оплачивать, ее оплачивать? И говорит, я вижу, что ты не готов, если ты не хочешь жениться. Значит, ты трус. И вот тут меня переклинило. Я трус. Да, конечно, я хочу. Я даже не думал об этом. Я думал, что все идет и все хорошо.